Ребята, мы добрались уже до дамбы, которая проложена на дороге А. We reached the trail A dam here. You see? Когда-то. Once in the past. Ну, совсем недавно. No, actually, not so long time ago. Месяца полтора назад. About a month ago. Мы ходили по этой дороге. We had been walking this trail. Туда наверх. Up there, осматривали красивые территории, looking at the nice views and volcano. Сейчас, now, лава перекрыла нам эту дорогу. Lava cut our way. И мы сейчас будем подниматься вот по этой дороге. And we are вот going to hike over there. Ребята, не было нас, ну, дней 15, наверное, 16. She hasn't been here for about 15 days. Я хочу обратить ваше внимание, они и эту дамбу подняли. They raised it also this dam. Потому что не было нарыта, вот такого не было в тот момент нарыта. This was not here. This digging was not so. This mountain wasn't touched. So. Сейчас они конкретно подняли уровень. They did raise the level here. Ну а что? А что делать? Исландцы and молодцы. What to do? Iceland people are. Посмотрите, как она двигается. Look how it's moving. Она тут нарыла такие горы. Lava created here such hills. Да, что дорога перекрыта, по которой мы всегда спускались. Она залита. The road that was used to be here is flooded by lava. Такие буераки, такие, я не знаю, кучи навело. Huge piles of lava. Поэтому, если она пойдет сюда и прорвется в долину, if it breaks through here into the valley, Natthagi Creek. Natthagi Creek. Ну, я думаю, никто не будет доволен. Поэтому они молодцы. Nobody will be happy then. Это все дамбой. It's great job was done. А там Grindavik. And there you have Grindavik that direction. Там дороги. The roads. Поэтому спасаем людей. We are saving people. Ну не мы, конечно. Not we, but. Исландия. Iceland. Мы только показываем вам. We only show you. Что происходит и как все меняется. What is happening and how everything is changing. А мы сейчас пойдем на верхнюю we дамбу. We are walking up to the next dam. В долине Гельдингадалур. In Гельдингадалур. Ну пойдемте. Let's go.